12:54. В одно ярко очень, в принципе, можно смотреть. Нет, это нужно жесть. А вот в две нормально. Вас снимает еще, да? Да. Я уже в YouTube выложил кусочек на 12:16. Мне тоже муж позвонил, говорит, смотри. Я говорю, я не могу смотреть. Thank you.
13:00. Кто хочет посмотреть? Никто не хочет посмотреть? Видно? Это затмение? Да. Прикольно. Что, не в курсе? Не читаешь новости, что затмение сегодня? Нет. Тринадцать ноль четыре. 9 минут до полной фазы. Извините, до максимальной фазы. Смотреть хотите? О, да. Сразу две открываете, смотрите, берите. Вот так вот две. Берем вместе. Да, где сразу? Ого, как! Ой!
какая-то специальная? Вот. Не, просто камера. Снимать собираетесь? А как и в каком режиме снимать? Ну, а я дискету вам приповесил. А, есть. Старая 5-дюймовая дискета, а это 3-дюймовая дискета. А почему через так нельзя вот смотреть? Не знаю. Вот сейчас вы смотрите, там есть? Ну, нет, приблизьте да, глаза. Это здесь очень плотно. А, через... а на телефоне нет? Люди, взгляните на солнце, Люда. Сразу бакушка открывает, смотри. Скифни? Нет. Мама пишет, что сейчас затмение. А вы узнать видео будете скидывать? Да, в YouTube выкину. Как вы называете? Потому что затмение. Вау! А, нет. Все красное! Ай, не следует. Круто! Вот тут лучше гораздо видно. Конечно, не то, что на этой стороне. Коня. Дима, все красное. Вау, как красно! Круто! А есть какие-нибудь другие дискеты? А я тоже. Они все такие красноватые. 13.06. Должно в 13.13. 13.13, да, максимально. Подожди, пока я держу. 13.13, Тим, будь готов. Я готов к просмотру. Тут гораздо лучше, чем 7. А через одну дискету? Тим, потом дай мне. Через одну долго нельзя смотреть. Оно очень, оно яркое. А вы что, специально для этого? Че, кого? Дискеты? Все, я вижу все полностью. А где вы купили такие дискеты? Ого, это уже давно было куплено. Круто! Через одну гораздо лучше. На Юну не можно быть найдет что-то. Да на самом деле, в любом офисном магазине они были. Сейчас просто флешками все заменили. Ой, раздвоение. Сейчас. А, все, вернулся. Вау, я вижу полностью все читание. Это Луна, но это чуточку малиновая. Да. А без этого нельзя будет никогда увидеть? Нет, ну в 33-м году будет следующее осколочное затмение. Да, я смотрела, у меня фотки есть. Юль, так сфоткайте через... Вы уже час снимаете? Нет, меньше. Ты сфоткаешь? Да, почему здесь написано? Это сколько осталось? Почему? 49, 50, 51, 52? Всего видео снято на камеру. Аня, слушай, а можно? Почему мы пошли вместе? Ладно, хорошо, мы запишем. О, класс. А вы все такие вот... У вас все затмения тут снимаете? Нет. Первое, которое я снимаю, как нормально. Нажмите кто-нибудь. Давай, Майк. Лапочку нажмите. Ань. А вот так, невооруженным глазом. Будет видно? Не, ну вооруженным все сетчатку попортишь. Давай. Слушай, почему вот через эту камеру не видно? О, я отсюда, значит. Потому что у нас специальная красная пленка, от нее все уши сразу. Я еще изначально думаю, через тени разве можно снимать? Это же их можно через красный. Привет, Питер! Прям камеры, открой. Все шикарно, снимаю солнечное затмение. Это сейчас солнце снимает, а сними. Можно подпрыгнуть, меня выведите вниз. Привет! Ютуб это выложите? 0,78 максимальная фаза. На 70%. Привет! Будет закрыто. Будет закрыто. Сейчас затмение начинается. Через 4 минуты. А, да? 4 минуты осталось! В Ютубе будешь популярен. Следующее затмение будет в 33-м году. Не закрывайте, ребят. Тим, тебя не видно было на красной пленке. Да, оказывается, да. Как будто какой-то черный силуэт. Чуточку сдвинулась, она не посередине. Бар школы музыка. Можно так сфотографировать? Поправьте, чтобы оно... Сейчас я это самое уберу. Смотри. Это реально круто, да? Вы же можете снять через дискет. Тут гораздо удобнее. Спасибо, да. Кстати, да. Можно, пожалуйста, поправить солнце не посередине? Солнце не посередине. Тима, солнце не посередине, ты его сдвинул, по сущности. Как я его мог сдвинуть? Сдвину камеру. За девочек. Так же гораздо лучше видно. О, почти затмилась. Дай эту синюю твою. Бума. Круто. Ну, да. Бумажная. Тихо! Ребят, ну, вот. Как слоны, а? Спасибо, Настя. Так, блин, ветер. Можно еще раз дискету, я на видео.
снимать эту камеру на видео. А где это кто? Одну хочешь, да? На ютубе. А можно две, как тут не видно? Тут просто солнце. Че? Просто солнце тут. Две. Просто солнце. В камеру! Вот здесь же снимите. Тихо, не кричи. Да, чем толще, тем лучше видно затмение. Марни. Две сразу. Чисто красный солнце. О, классно. Ой, я вижу очертания вон и. Прикольно. Так, можно не следовать одним солнцем, смотреть на дом, а одновременно видеть чуточку фигуру. Я вижу там солнце, видите? Я вижу солнце. Вон, он и лоб полетел. Часть темная. Где? Тут такое хорошо видно. Шутка мне. А через сколько оно будет закрыто? Круто. Через 3 минуты. Через 2. Не, оно полностью не будет закрыто. Плохо видно, надо через 2 фоткать. Что, не фоткать? Через 2 минуты максимальная фаза. Я сейчас. Максимальная фаза. Через 2 минуты. Это темно. Тально, сейчас, типа. Ты не попала в камеру. Ну зачем попадать? Только направлю на камеру. Где тут вообще? Солнечное затмение. Сейчас тут света нету. Очень хорошо, да? Блин, через одно посмотрите, люди. Подожди. Не смотри, через одно, одна глаз. Ой, ну не вбега! Что? Марк, что? Да и сфоткай. Давай через мой телефон теперь. Ну что, давай быстрее, вот. Да на. Давай. Давай быстрее. Надо две. А, там все, солнечное затмение, да. Не закрывайте. По мне так через одно. Оно больше, смотри, через две посмотри. Да, я через одно. Оно получше будет видно. Зачем? Я тебе буду скинуть. Да не надо, я хочу на две поставить. Что-то еще нужно? Ой. Да, на фазу смотри потом. Что делаешь? В Инстаграм 6 секунд можешь. А, нет, 15. А можешь и 6. Практически. Максимально. Через сколько? Сейчас уже прям. Сейчас прямо. 15 часов 13 минут. Уже давно это. Санкт-Петербург. Ты для видео делал. Подожди. Что такое? Что такое? Камера. Шикарно. Ты где лучше? Планшет. Дай. С минуты на минуту. Может быть, потому что чехол закрыл? Эй, да. Скорее всего. На минуту. Что такое? Марк. Сфоткай мой планшет. Сфоткай? Все за минуты. Ладно. Ну что ты обрабатываешь меня?